А в городском архиве в эти дни работает выставка, посвященная «Газпромнефть. Ноябрьснефтегазу». Каждый из экспонатов наглядно рассказывает о том, как «Ноябрьснефтегаз» развивался, креп и становился. Информационные стенды повествуют об основных вехах истории предприятия с момента создания в 1981 году и о каждом его руководителе. Некоторые предметы просто уникальны. Особая гордость нашей выставки является колба с нефтью, с первой нефтью, которая была добыта на Холмогорском месторождении. Конечно же, мы хотим пригласить всех желающих посетить нашу выставку, которая экспонируется в фойе нашего архива. Выставка будет действовать до ноября.